Доброго дня, мы из Украины. Так, что мы ждем? Мы ждем, что опять будут нехорошие люди нападать на наше электричество. Мы готовимся защищаться. Но мы готовим информацию сейчас по воде, где можно будет набирать воду, подвозить точки с генераторами. Раскинем по районам, получат задание главы администрации, главы районов города, для того, чтобы проинформировать всех, где что можно будет получить с точки зрения электричества и воды. Но я обращаюсь ко всем, пожалуйста, сделайте себе запас воды, сделайте себе, зарядите пауэрбанки, подумайте касаемо связи, договоритесь с родственниками, что делаем, если вдруг там отключится связь и так далее. Обращаюсь ко всем нашим волонтерам, которые с первого дня войны работают с Николаевым, помогают в области и так далее. Прошу вас переключиться сейчас на дизель-генераторы, на топливо, для того, чтобы мы могли по нашей области помогать людям, которые малообеспечены, которые не имеют возможности сами организовать себе дизель-генератор. Нам это предстоит, зима только начинается, в любом случае надо, то есть везти из-за границы, в Польше уже нету, в Германии заканчивается, но тем не менее, я вас прошу, у кого есть возможность, тащите дизель-генераторы, будем помогать всем остальным. Также, что хочу сказать, фермера. То есть есть задача ОТГ для того, чтобы фермера помогали каждый своему селу непосредственно обеспечить дизель-генераторами и водой беспрерывно на всякий случай. Поэтому прошу фермеров, бизнес, людей, которые имеют возможность у себя на местах в области, помогайте сельским советам, помогайте людям. Мы же должны показать, что мы едины. Да? Поэтому русские все-таки продолжают нам угрожать тем, что собираются нападать на нашу энергосистему. Поэтому мы должны к этому подойти подготовленными. Всем добра!